Онлайн-презентация начнется в 20:00 по московскому времени. В этот раз компания Apple представит сразу 4 версии смартфона. Смартфоны будут иметь обновленный дизайн, новинки получат угловатый корпус, а боковые рамки станут более плоскими. iPhone 12 будет содержать 4 камеры сразу. Ожидается, что новый iPhone получит поддержку 5G сетей, также появится темный синий цвет корпуса. Для меня важен функционал и оптимизация, и вообще удобство пользования. И явно в этом iPhone, наверное, для меня, по крайней мере, превосходит Android. Давно пользуюсь Android, меня все устраивает. Да, новинками совершенно не гонюсь. Порой даже предпочитаю купить что-нибудь прошлогоднее, если оно дешевле и функциональнее. Вообще iPhone, потому что там, ну, мне важно качество фотографии, но у меня пока Android. Просто я студентка и пока не зарабатываю денег, и мне принципиально заработать на, ну, такой довольно дорогостоящий гаджет самостоятельно. Планируется, что будут представлены полноразмерные накладные наушники в линейке AirPods. Они будут поддерживать активное шумоподавление и режим прозрачности, который позволит слышать собеседника, не снимая устройства. Более того, на презентации компания может представить умную колонку. Siri получит улучшенную функциональность, например, сможет уведомлять о звонках в дверь через HomeKit. Еще один предположительный анонс – маячки AirTag для отслеживания и поиска потерянных вещей. Пользователь сможет получать сигнал о местоположении потерянного устройства. Также цена на iPhone 12 может приятно удивить россиян, ведь в сравнении с iPhone 11 Pro, который первоначально стоил 89 990, цена на iPhone 12 значительно ниже. Ожидается, что стоимость будет варьироваться от 65 до 70 тысяч рублей. Татьяна Ефремова, Виолетта Басова, Универньюз.